Участие в вопросах развития муниципалитета и судьбе его жителей – один из главных признаков социально ответственной компании. С 2004 года на протяжении уже 24 лет «Газпром Добыча на дым» оказывает шефскую поддержку Новороссийской военно-морской базе, где проходят срочную службу надымские ребята. На встрече с шефами, генеральным директором компании «Газпром Добыча на дым» Сергеем Меньшиковым и главой района Леонидом Диченко, командование Новороссийской воинской части отметило, что надымские призывники отличаются от других особым характером, дисциплиной и завидной целеустремленностью. Ваши ребята приходят на службу уже подготовленные, я так думаю, в погодных условиях Крайнего Севера. Поэтому у них есть закалка, у них есть здоровье, у них есть желание, у них есть стремление. И такое понятие, как самостоятельность. Они приходят нормальными мужиками уже, которые четко знают цель в жизни. И на них можно положиться. И мы понимаем, что эти ребята нас не подведут. А поверьте, мы эксплуатируем достаточно крупные и сложные месторождения в таких экстремальных условиях, и нам стрессоустойчивые, надежные ребята нужны. Гости из Южного города приняли участие в праздновании 88-летия Надымского района. По этому случаю в Ледовом дворце спорта «Надым» прошло представление «Земля таинственных легенд». Красочное шоу подчеркнуло глубину и уникальность традиций северных народов, сохранение которых – общая задача для всех жителей региона. Это понимают и в «Газпром Добыча на дым», и на протяжении многих лет оказывают поддержку коренным малочисленным народам севера. Вклад предприятия в развитие района – это результат производственных достижений. Об очередном рекорде в своем поздравительном слове напомнил глава компании Сергей Меньшиков. Мы пустили очередной газовый промысел ГП-3 на Баваненковском нефтегазоконденсатном месторождении и вывели Баваненковское месторождение на проектную мощность 115 миллиардов метров кубических газа в год. Поверьте, это большой вклад надымчан в энергетическую безопасность и стабильность Российской Федерации.